Și Ugo Arcion Pustavoi, Spartak. Весовая категория до 50 кг. Приготовился Дмитрий Остапчук, Михаил Квочка. Ему 14 лет. Представляет город Черкассы комплексную детско-юношескую спортивную школу «Виктория». Боксом занимается 2 года. Провел 11 боев, 10 одержал победу. Тренируется под руководством мастера спорта Александра Пескун и мастера спорта СССР Виктора Кихтенко. Давай, 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 давай
Как тогда ты бить? Раздул сказал. Раздувал. Бить. Молодец. Еще раз два, ты должен. Быстро. Заливай право сразу. Бить. И. На руки опускай. Повторяю. Сам передня. Вот я знаю. Бить. Бить, 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 бить. Бить, 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 бить. Бить, 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 бить. Толкаешь, сиди. Стоп. Все, раз-два, раз-два, раз-два. Стоп! Отлично. Тренинг Гуринга отдыхает Артем Хрусталев. Он представляет общество «Спартак». У него третий разряд, ему 15 лет. Боксом занимается один год. Счет боев не ведет. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Малеванова и Игоря Еременко. Приготовится в шестой паре Дмитрий Остапчук, Умань, Квочка Михайла, Виктория. Давай, Артем, давай, прямые удары. Давай, Артем. Прямые, прямые. Да, если красный головой пас. Состоится перерыв и торжественное открытие чемпионата Черкасской области по боксу среди молодежи имени Орла. Тренерам, представителям готовить своих спортсменов для проведения парада. В этом бою победу одержал Артем Пустовой.